должны прозвучать аплодисменты Божьей исполняющей Иван Сергеевич, настоящей талантливой девушке, которая и пишет стихи, и прекрасно поет песни. И спасибо ей большое. И вот это сейчас композиция в исполнении, весь этот джаз. Вы знаете, мне подумалось, что раз уж мы все так или иначе связываем с военмехом, то вот эта песня, она, можно сказать, посвящена военмеховской сессии, потому что действительно полный джаз начинается. Особенно когда, знаете, так хорошо проводишь себе время, а потом вдруг понимаешь, что наступила сессия, друзья мои дорогие. Но речь сейчас не об этом, речь о том, что продолжается жизнь в военмехе, продолжаются свершения, продолжаются новые победы, и, конечно же, шоу должно продолжаться в лучах ультрафиолета. Встречайте аплодисментами! На сцене вновь студенты БГТУ «Военмех»!